Ожесточенные боевые столкновения сейчас идут сразу на нескольких важных направлениях. Попытки прорыва тяжелой техники силовиков и точечные контрудары ополченцев. И вооруженные противостояния сейчас не прекращаются во многих районах в эти минуты и на самых горячих участках. Давай остановимся более подробно. В центре событий, конечно же, Дебальцево и оказавшиеся в этом районе сводные силы украинской армии. Это головная боль штаба ополчения. Из центра этих позиций киевские силовики постоянно обстреливают множество населенных пунктов. Защитники Донбасса нанесли контрудары со стороны Светлодарска и Троицкого. Подобными темпами в результате будет отсечен так называемый дебальцевский язык. И как минимум 5000 украинских военных смогут тогда угодить в так называемый огненный котел окружения. А вот чуть севернее вооруженные столкновения не стихают близ населенного пункта Крымское. Здесь открывается прямой путь к столице ЛНР, Луганску. На стратегически важной трассе Бахмутки ополченцы занимают сейчас уверенную оборону. В этом районе в центре внимания 31-й блокпост. Защитникам Донбасса удался первоначальный успех, но контратака немного затянулась и развить ее не удалось. Киевские военачальники перенаправили сюда резервные части с поддержкой механизированных бригад. Отряды армии Новороссии пытаются сейчас потеснить позиции украинских силовиков у села Верхнеторецкое. Не менее жарко этой ночью было и на северных границах фронта. Станица Луганская – это северный фланг большой тактической группы, которая сосредоточена. Она состоит из 5000 украинских военных, в том числе 6 отдельных моторизированных бригад. Дислокация развернута по всему району близ Счастья и до Славяно-Сербска. Отрядом защитников Донбасса здесь удается пресечь сразу несколько попыток прорыва по направлению к Луганску. Сообщается о серьезных потерях в рядах киевских силовиков. Под ударом реактивных систем «Град» и «Смерч» украинской армии оказался небольшой городок Стаханов. Он в полусотни километрах от Луганска. Разрушенные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей. Число погибших сейчас уточняется, но по некоторым данным их больше десятка. Под снарядами также погибли и дети. Ураганы ударили и по Луганску. По предварительной информации, есть жертвы среди населения. Как минимум 6 человек погибли за минувшие сутки и в 2 раза больше раненых. А вот эти фотографии сделали местные жители, где 2 ракеты не разорвались. Одна из них упала во дворе многоэтажки, вторая разломала стену кирпичного жилого дома. Также горячая точка на карте Донбасса – это столица ДНР. Украинская артиллерия со стороны Авдеевки и Песок снова начала активно обрабатывать новый терминал Донецкого аэропорта. Через Карловку, по данным разведгруппы защитников Новороссии, к фронту подтягивают тяжелую технику. А в районе населенных пунктов Тоненького и Орловки – стянуты киевскими силовиками пехота и БТР. Кроме этого, залпы крупнокалиберных орудий украинской армии накрыли пригород Донецка. Снаряды рвались в Ясиноватой и Макеевке. По данным разведки ополчения, официальный Киев активно пытается забросить вглубь Новороссии диверсионные группы. Ну а на южном направлении продолжают накапливать сводные силы под Мариуполем. Там, на окраинах города и в близлежащих поселках, постоянно слышны перестрелки и идут уличные бои. Тебе слово. Спасибо тебе большое.